Это была уже пятая по счету командировка в зону боевых действий в составе медицинской бригады из Подмосковья и других регионов страны, заведующий отделением неотложной помощи Видновской районной клинической больницы, кандидат медицинских наук, врач-травматолог Рустам Эфендиев побывал в самых разных горячих точках. В зависимости от степени тяжести, с учетом моего опыта, практически побывал я во всех регионах Новой России. В новых регионах, а именно в Запорожской области, Херсонской области, в Донецкой и Луганских областях. За это время он успел поработать на передовой медицинским инструктором, проводил диспансеризации для местного населения, курировал работу докторов на местах и оперировал совместно с коллегами. Нами созданы огромные кластер врачей, которые собираются из регионов, на которых они являются травматологами, в основном сосудистой хирургии, абдоминальной хирургии, нейрохирургии. Это те, которые работают на передовой, кто оказывает первичную, вторичную помощь. На этот раз Рустам Эфендиев в течение 2 месяцев руководил отделением множественных переломов и гнойных осложнений в городе Брянка Луганской области. За это время он вместе с коллегами провел более 700 операций. Эти все травмы, они как бы комплексно лечатся, комплексно, да, независимо от того, вы какой специалист. Я этого не буду, как в гражданской больнице, такая профильная сортировка, так такого нет. Все лежат, всем нужно оказывать, всех нужно перевязывать. Первые дни мы даже сутками, чтобы никого не оставить, пришли 150 пациентов, 40-50 человек, необходимо что оперировать. Доктор Эфендиев вместе с коллегами всего в нескольких десятках километров от линии соприкосновения провел одному из пациентов сложнейшую операцию на позвоночнике. Пуля прошла практически через весь организм и чудом не задела жизненно важные органы. Также врач бесплатно принимал и мирное население, детей и взрослых, и активно участвовал в оказании гуманитарной помощи. На базе нашей Видновской районной клинической больница организована также гуманитарная помощь бойцам, то есть наши коллеги при выезде непосредственно в командировку также оказывают медицинскую помощь, оказывают помощь гуманитарную бойцам. Есть у Рустама Метагайча очень пациенты, которые его любят, очень его ждут. Неделю назад Рустам Эфендиев вернулся в Ленинский городской округ и сразу возобновил прием пациентов в амбулатории Бутово Парк. Но при необходимости, говорит доктор, он готов снова отправиться на передовую, спасать жизни. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.